Винсент говорит, посмотри, говорит, я, говорит, как бревна-то напилила. Я же больше не выходила на улицу, видео сделала вам, и все, и пошла. А он говорит, а как же ты не посмотришь? All right, you wanna brag about that? Я говорю, похвастаться хочешь, как ты напилил? Ну, давайте посмотрим. Ой, какие красотуны-то теперь у нас и здесь, и там. Но нам хватит-то не на одну ночь, скажу я вам. You just put not beautifully. It's okay. Я говорю, некрасиво положил, то он говорит, you okay. Ты, говорит, могла и помочь. Это правда. Это правда. You did good job, baby. Good job. All by myself. Посмотрите, Дед Мороз у меня. This is Santa Claus. Makes me look smart. Он говорит, делает меня выглядит, как будто я... Или как он сказал? Выгляжу, говорит, очень умным вот с этой бородой. В общем, так сказал. Все. Я поехала. Поехала, знаете, куда? В Goodwill съезжу. Посмотрю и вам что-нибудь покажу. Ну что, девочки и мальчики, дорогие мои, пройдемся по Гудвиллу. А, не видно там название, да? Ну, короче говоря, я в Гудвилл приехала. Поехали. Вот так вот наш миленький Гудвилл. Я просто пошла сюда посмотреть, погулять, да? Посмотреть, что там есть. Покупать я ничего не собираюсь, потому что у нас еще столько вещей, которые мы не продали. И покупают сейчас, к сожалению, не очень хорошо. Конечно, вы помните, как выглядит наш Goodwill. Он у нас очень хороший, хорошего размера. Да, ну вот. Что-нибудь интересное, наверное, вам покажу. Вообще, самый мой любимый отдел – это мужской. На нем мы делаем обычно деньги. Пойдемте посмотрим. Ну что, пороемся в каких-то рубашках. Не знаю даже. Что тут сейчас есть? Я тут так давно не была, что ой-ой. Какая-то яркая рубаха. Дядечка, видите, не пойти ему. Так, Wrangler. Ну вот, смотрите, мужская рубашечка симпатичная какая, да? Made in USA. Так, фирма Caliche Collection. Вот такие рубашки. 100% рейон. Вот их хорошо очень берут. Они такие легкие. Ну вот, и в Америке их они такие вот. Я не знаю, может вообще они везде модные. А может они везде не модные, но в Америке их берут очень хорошо. Ну ладно, вот такие вот рубахи. А вот это еще лучше. Посмотрите. Кабрайс. Вот жалко, что здесь вот это вот оторвано. Что там, made in чего. Но очень симпатичная. Посмотрите, какая рубашка красивая. Ее можно очень легко продать на самом деле. Да. Вот. Вот еще такая же рубашка, тоже Cabrace, Made in USA. Ну вот они эти рубашки, как называются, винтажные. Так как Made in USA, то есть винтажная, даже можете не сомневаться. Вот, и сделаны они из... 100% рейон. Очень хорошие рубашечки. Как вам такие шортики мужские? Смотрите, какие интересные. Очень яркие. Их можно надеть и с черной футболкой, и с зеленой, и с голубой, и с красной. Просто обалденные. Ну-ка, что за фирма это? Интересно. Какая-то интересная фирма. Load чего-то. Ну-ка. Так. Loudmouth. Очень интересно. Loudmouth. Я такой не видела фирмы. Но 100% можно продать, наверное, хорошо. Так, 3,69 стоит, да? Интересная шортка. Оригинальная, кстати. Вот эти тоже шорты очень симпатичные, кстати. С этикеточкой. Смотрите. Покажу сейчас вам. Этикетка от этих шортов. Не знаю, сколько они стоили. Написано $30. Ну вот, а так за 3 можно купить. Сейчас посмотрим, сколько стоит на eBay. Какие шорты. Очень интересно. Смотрите, какие кроссовки интересные. Osiris какие-то. Что это за фирма такая, Osiris? И вот здесь тоже. И шнурки у них разные.
Очень интересно посмотреть, что это за кроссовки. Сколько они стоят здесь, интересно. Так, $10 они здесь стоят. Очень много всяких джинсов, видите, тут сразу они висят вот так лейблами. Но джинсы я не буду, конечно, разглядывать, но одно скажу, если вы занимаетесь eBay, продаете, да, если вы увидите когда-нибудь Levi's, Strauss, Made in USA, берите, неважно какого они качества, то есть не качество, а состояние, у вас его купят, потому что это самое что ни на есть винтаж, за которым гоняются в Америке. Вот, поэтому, ну просто, я уже это, по-моему, говорила много раз. Там, где были шорты, я видела вот такие шорты, да, и я смотрю, такая же рубашка. Ну вот повесила вместе, чтобы люди видели, что костюм. Я не знаю, какой-то такой смешной костюм, но вот одинаковое. Вы посмотрите, какие чапы детские, какие интересные, да, совершенно детские. 5,99, вообще такие красивенькие, мне очень нравятся. Я вообще люблю вот эти все платформы. Такие классные, новые. Смотрите, какие интересные куклы здесь. С такими мордочками, этими керамическими. Вот красоту у нее тоже какая. Так, этот с керамическими ножками. А это рыженькая, даже еще и с веснушками. Сколько стоят-то они? Так, это $3 стоит. Не знаю, не вижу больше цента никаких. Ну, симпатичные, да. Вот столько сумок у нас в Гудвилле. И я уверена, что там очень хорошие есть сумки, кожаные. Просто я уверена. Ну, мне хочется мне в них рыться. Обуви здесь тоже много. Причем она вся рассортирована по цветам. Здесь белая, здесь коричневая, там дальше черная, красная с розовым, синяя. Очень много красивых. Красивые обуви, кстати. Очень много хорошей обуви кожаной. Вот. И мы много-много обуви с Винсентом продали, я вам серьезно говорю. Он Джордан, какие кроссовочки. Старенькие, правда. Так, а на этой полке все по одному, видите? Потому что второй на кассе, то есть это уже такого качества хорошего. Вот видите, новые совершенно аутдор. Сколько они стоят? 19,90. Вот вторую вам выдадут уже там. Этот тоже, видите, такой казак. Стоит 19,99. Видите, написано ASK. Значит, вторая на кассе. Ну да, я тоже вот очень много отсюда продала. Тут хорошая такая вот. Ну вот, видите, здесь красные, а здесь уже черные пошли. Разные. Разные, конечно, есть рваные, есть новые абсолютно. Люди, которые вот здесь покупают, я вам серьезно говорю, это не потому, что они бедные, у них денег нет. Конечно, есть и бедные, а есть и люди, которые деньги на этом делают, есть люди, которые это носят. Ну, в общем-то, у меня тоже пара, наверное, вещей есть, которые я ношу из Гудвилла. Но в основном покупаю на продаже. Вот босоножечки Aldo. Aldo знают все, да? Новые абсолютно, даже еще этикетка, видите, не сношена. Люди купили и не носили. 7,99. Вот такие же босоножечки. Смотрите, какая интересная ваза. Вообще, прям такой медведь. Панда. Я думаю, что, может быть, это и не ваза. Даже не знаю, что это. Для печенья, что ли? Нет, вроде тут крышки не должно быть. Думаю, что ваза, но только она разбитая там. Такая вообще классная. Смотрите, офигеть. Сколько стоит такая? 5,99. А этот дядечка должен держать бутылку. Видите, сюда бутылку ставишь, и он держит ее на плече. Но дядечка совал, видимо, нос не в свои дела. Поэтому видите, что у него произошло. Так что нельзя совать нос в чужие дела. Ой, кстати, хочу вам похвастаться. У меня же новый маникюр, смотрите. Лилечка мне какой маникюр сделала красивый. Синий. И вот на обоих у меня, на обоих ноготочках у меня вот такие камушки. Она говорит, сейчас модно так. Ну вот, подходит как раз к моим перстенечкам. И вот такой вот у меня красивый маникюр. Как вам? О, какая классная для духовки, да? Почти, вообще просто новая, керамическая. Такая вот кастрюлька, $5.
с листиком наверху. Ну, хоть курочку, хоть что туши, а внутри она глянцевая. Просто прелесть, правда? Запекать в духовочке что-то. А это чайничек. Пить чай, заваривать. Жалко, что в Америке мы не завариваем здесь чай почти. Вообще только из пакетиков пьем. А чайничек очень симпатичный. $6. Ой, а сколько всякой здесь техники. Но вот как раз технику я бы, конечно, никогда не стала бы брать. Такой ужас просто вообще. Возможно, она и не работает. Но ты уже покупаешь. Ну нет, хотя у тебя... Есть возврат на технику, по-моему, 7 дней. Да и на вещи 7 дней. Нет, вообще-то можно вернуть. Но тебе не отдают деньги, а говорят, на эти деньги что-нибудь опять купить. Вы посмотрите, коллекция колокольчиков. Прям вот так и выставлена коллекция. Хотя продается по отдельности разные с мишками. Тут и колокольчики на свадьбу. Разные, да. Даже смотрите, какой колокольчик с морским коньком. Наверняка многие из вас кто-нибудь коллекционирует эти колокольчики. Потому что я знаю, что многие делают это разные колокольчики. Ну да. Он какой хрустальный. А этот чайничек вообще шикарный, да? Посмотрите, какой симпатичный. Как музыка здесь орёт. Музыка и дядьки всякие говорят. Даже не знаю, пропустит ли меня... YouTube-то с этой музыкой. Сейчас YouTube-то вообще ничего не пропускает, только ли музыку. Так, куколки всякие. Ну так интересно, знаете, очень интересно иногда пойти в этот магазин и просто посмотреть. Почему интересно? Потому что в каждом Гудвилле мира, любой точке, абсолютно все разное. То есть нет такого, что вот вы пришли в Walmart, допустим, да, и там все одно и то же. Что в одном Walmart, что в другом. Здесь же вы увидите всегда что-то интересное, оригинальное, поэтому тут интересно. Вот. А смотрите, сколько картин. Вот эти же картины дорогие. А они сколько стоят здесь? Я не знаю, даже не вижу даже цену. $6 всего стоит картина. Вот берите картину и прям вешайте у себя дома. Любую. Вот, посмотрите. Эта картина, как у меня дома. Я ее покупала за $50. А сколько она здесь стоит? $12. Да, это шикарная картина. Я ее сняла еще с этого, со своего камина. Так. Ну вот, картины разные, конечно, здесь есть. Можно найти, можно не найти. Разных размеров. И все очень дешевые. А сколько рамочек всяких для фотографий? Просто обалденные рамочки. Есть очень красивые, которые стоят больших денег. Больших. Понимаете? Но люди просто... Им не нужно это ничего. Поэтому они продают и отдают, естественно, здесь. Тут, сюда они отдают, здесь продают. Ну, много всего. Очень много. А это чего здесь такое? Какой-то гонщик. Так, этого гонщика мы не знаем. Ну ладно. С этой стороны все картины, картины. Сколько всяких картин обалденных, красивых, разных. Вон какой дядечка за $2. В такой вот рамочке оригинальной с пивом. Ну, можно на кухню куда-то, наверное, повесить, да? Если кому-то надо. Да, я вам хочу сказать, что... Картины-то здесь. Здесь можно найти очень ценные картины, если вы понимаете в них, естественно. Ряд платьев. Конечно, здесь в основном платье не модное, наверное, да? Вот это, вот, смотрите, совершенно новое платье. Это такое вот очень красивое. Очень много платьев, все они по $7. Конечно, надо копаться, надо смотреть, чтобы вы что-то нашли здесь, да? Но ничего страшного. Я ничего не вижу зазорного в том, чтобы... Что-то купить себе, допустим, из того же Гудвилла. Я ничего не вижу. Смотрите, какое платье красивое. Вот просто ходить дома. Фирмы Джилл. 7,49. Вот я даже не знаю. Вот Элька. Да? И вот такое платье с разрезом на боку. Очень красивое, кстати. Очень красивое. Вот надел и пошел. С белыми босоножечками, правда? Ну-ка. Прям
Хотела просто так показать, а самой понравилось платье-то. Ну-ка. Ой. Посмотрите, какое. Что, разве не красивое? И руки закрыты. И воротничок такой аккуратненький. ЭМ-ка. Не Элька, а ЭМ-ка. Просто обалденное платье. Я считаю. Я его возьму на продажу. Я думаю, его купят. Или как вы думаете? Или не очень платье это? Даже, ну, мне оно мало, потому что это М-ка. Ладно, не буду брать. Но вообще красивое. Еще с таким разрезом. Ой, а что там внутри-то? Погодите. А там внутри-то тоже чего-то. Ой. Ага, ну, сейчас. Посмотрела сейчас на eBay. Продаются они по 16, по 20 баксов. Смотрите, какие интересные скетчерсы. Такие вот, типа, знаете, как чего? Типа кроксов. Да, интересные. Легкие-легкие. Ну, такие бабушкины, да? Ну, как кроксы. Легкие. Сколько стоят? $6. А-а-а. Помните такие дутыши? Мы их называли дутыши. Ну, конечно, не совсем такие, но все равно такие хорошие такие. Дутышики. 13 баксов. Ну что, вот нашла себе штанишки. Мне очень нравится, когда внизу завязываются. И сбоку у меня тут цветочек. Вот такие вот обычные такие капри. И, значит, сзади кармашки. Вот, я думаю, что классно. $4 стоят. Эдишн какой-то. Limited Edition, что ли, не знаю. Ну, неважно. Вот такие штаны я люблю, потому что они завязываются внизу. Вот, буду ходить в них. Девочки, кому вот такие штаны? Смотрите. А какие? Где моя Мальвина? Вот так вот. Ну что, дорогие, это все, что я сегодня приобрела. Так, свет выключился. Вот, свет. Я приобрела вот эти шорты, да? Надо их обязательно погладить. Но это просто удивительные шорты. Они много стоят на eBay. Я вижу их очень много. Посмотрела, они там на аукционах много. Господи, что хотя в маске-то сижу. Я до сих пор в маске. И вот эти вот штаны синие, которые я вам показала с цветочком. Это все, что я взяла себе. Поехала домой. Ой, я вообще как чушка сейчас. Просто как чушка. Но я, знаете, что хочу сказать? Какая есть... Такая и покажусь. Все, всем пока. Погуляли мы с вами по Гудвиллу. Ничего особенного там нет. И, ну, честно говоря, ничего и не надо было мне оттуда. Всем пока.